Вернуть домой служащих пятой волны мобилизации. С таким требованием к администрации президента сегодня пришли родные военных. Большая часть митингующих – жены участников АТО. Подобную акцию они проводят не впервые. Как проходил пикет, видели мои коллеги. П'яту хвилю додому! П'яту хвилю додому! П'яту хвилю додому! Под стены администрации президента пришли митинговать около полусотни человек, в основном женщины. Протестующие рассказывают, солдаты пятой волны мобилизации служат в АТО больше года. Президент уже должен был подписать закон об их демобилизации, но это до сих пор не сделано. Наши мужья уже не могут находиться там, так как им очень тяжело. Многие находятся на грани суицида, а комбаты, видя это, добивают их морально. То, что говорят, сиди, браток, мол. Еще сидим там до декабря, до июля, до сентября. Кому разные сроки в каждой бригаде озвучивают. Ведь ребята надеются на нас. Они ждут, что нам сегодня что-то скажут. Их там просто гнобят. Мой муж там находится 14 месяц. Он призван с 27 апреля. Він нічого не розказує. Він не розказує, що їх там не годують. Я сьогодні знала, що в них не було їсти. В них не було на їхніх позиціях їсти. Вони просили їсти в сусідніх бригадах, які там разом з ними. Він 12 місяців, це він без ротації. Дзвонили в Генштаб, дзвонили. Всі, нічого не знаємо. Всі питання, от коли буде такий указ президента, тільки тоді ми будемо знати, кого коли відпустити. К митингующим вышел представитель администрации президента. Свои письменные требования протестующие передали ему. Но все равно настаивают на встрече с президентом. Президента до людей! Президента до людей! Президента до людей! Митингующие говорят, проводить подобные акции протеста будут до тех пор, пока указ о демобилизации не будет подписан.